Первым на видеосвязь с депутатом Государственной Думы вышел Юрий Юрьевич из города Фокино. Мужчина рассказал о проблемах с уборкой дорог. Глава администрации района Надежда Гришина пояснила, что для чистки задействованы три вида техники. Дороги убираются по санитарным нормативам. Хотя некоторые проблемы администрация не отрицает. Николай Алексеенко предложил несколько вариантов решения этой проблемы и пообещал, что в ближайшем времени займется этим вопросом. Также вопрос депутату Государственной Думы поступил по поводу выдачи земли многодетным семьям. На сегодняшний день 687 семей уже получили участок. Однако возникает сложность. Не каждый земельный участок может быть передан под жилищное строительство. Политик предложил выплачивать материальную компенсацию вместо ожидания участка. Их устраивает эта компенсация, они взамен этой... Потому что у очень многих уже есть ипотека, допустим, они бы взяли эти денежные средства и прогасили в счет ипотеки. Не все хотят. То есть нужно региональном законе предусмотреть возможность компенсации денежной, пока она отсутствует, да? По согласию добровольным там подписантов. В рамках региональной недели Николай Алексеенко ответил еще на несколько вопросов жителей области. Депутат взял их рассмотрение под личный контроль. Екатерина Пенько, Виктор Левченков, события, Брянск.